I doesn't know words. В общем, он так мало, сильно сомневался, что это возможно за 2 или 3 дня, не помню, сколько было у нас. Но я постаралась там, я не знаю, в конце концов он был суров в конце, но немножко уже смягчился. Этот фестиваль в Кройте, который будет в этом году проходить уже 10-й раз, это, в общем, последняя радость в жизни Олега была, когда он последние дни перед своим уходом был и играл на этом фестивале буквально за несколько дней до смерти. У нас не было плана уезжать в другую страну. Мы поняли, что мы не можем это делать. Без Москвы просто не могли находиться, без наших друзей. А это вынужденная была остановка в Германии в связи с болезнью Олега. Когда мы 2-й раз в жизни нам разрешили выехать вместе с детьми на летние гастроли. Потом мы задержались в связи с лечением, а потом Олег умер. Молодежи, только на каком-то энтузиазме много-много лет. И на помощи, конечно, друзей музыкантов, которые играют очень часто без гонорара. И таким образом мы еще живем. Просто счастье, что вот это Олегово последнее желание, можно сказать, пока функционирует в жизни. У тебя есть сейчас возможность зайти вот в этот самый белый... Наташа. Предмет и поехать. Слушай, творить Шуберта прекрасно. Ты женщина? Нет. И ты мне нравишься. Наконец. Прекратить? Вот. Немедленно. Хорошо. Давай смирно машину отложить.
Вот у меня абсолютно чувствовали себя звездой. У меня нет звездной болезни никакой. Абсолютно. Это уж я могу точно сказать. И не понимаю это вообще. Потому что мы все слишком мелкие явления природы, чтобы чувствовать себя звездой. Я так считаю. Исполнители вообще-то. Временное явление на фоне колоссальной культуры и истории, и все, так что это я никак не преувеличиваю наше значение. А если есть, если люди живут как звезды, значит, им нравится это. Мне это не нравится. Жалею, что так мало времени, и что я ничего не успела в результате вот сейчас уже. Не молодые годы, но на самом деле я с ужасом думаю, что я ничего не успела того, что хотелось. И все время думаю, может, в следующей жизни.